Так, это верхняя парковка торгового центра «Гудок». Она, кстати, пустая. Ну, давайте отсюда начнем. Это вот дома новые на Мечниковой строятся, где раньше было автопредприятие. Ну, это пути. Это депо локомотивное и там вагонное дальше. Это вот церковь в Запанском. Вот тут пригородные. А, нет, это не пригородные. Да, ну вот там вот пригородные. Здесь вот перрон. Здесь вокзал. И там вот виднеется Фрунзенский мост. Вот он. Ну, такие виды. Совсем рядом.